Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение быстрой партии Занубию в случайном лобби в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Но я не хочу объявлять войну Австралии, потому что это офигительный ему бонус. А где же тогда русские? Ждем. Ходим на чудо, глянем. Что произошло? Не, ну тут лояльность никуда не денется. Чудо, что ли, достроил кто-то? А, ГГшку какую-то захватили. Три заряда. Что мне лучше обработать тут? Ну, точно. Давайте, наверное, животных, пшеницу и железо. Блин, опасный австралиец. А, вон где Россия. Не считается, что мы нашли это чудо? Тех новейший город в нашей империи. Второй город в пустыне. Ну, короче, в золотой век я вышел. Надо бежать, мне кажется, сюда. Теперь развитие. Теперь воевать незачем. Вопрос только... У меня довольно компактно, кстати, расположена цивилизация. Вот тут я поставлю город, вообще будет зашибись-ка. Походим тут, посмотрим. Колесо откроем. Тут можно просто будет гавань построить, тогда будет вероятность бонуса от центра коммерции. Так, мне надо ГГшки понаходить. Могу я из Кракова отправить в столицу? Краков. Блин, а как тут отсортировать по... Города. Краков Мирое, есть такое. Вот так и сделаем.
Да, тут знаете что, тут придется убрать медь, потому что я вот в этих местах не могу поставить районы. Ладно, сохраняем пока послов. Что там с армией? 215-260. Блин, откуда тут тогда француз пришел? Как они тут бегают вообще? Из каких-то странных... Не понял. Почему я не могу? Рыбацкое судно. Ну. Или тут построено уже? А, тут построено все. Сарямба. Так, вот тут построим нашу пирамидку. Здесь табак пойдем обработаем. Здесь пойдем исследуем территорию. Монумент. Блин, тут священное место построил. Конечно, это дебильно. Что ж мне теперь строить тут? Давайте торговцы. Ну, тут, конечно, гавань бы лучше построить, но... Но мне в нее выходить лень, откровенно. Нет, давайте священное... Он, по-моему, там не достроил священное место, а я не могу его достроить, потому что я его не открыл. Векам. Рим в золотом, все остальные в нормальном. Вот эти, по-моему, в темном. Отлично. Лагерь. Так. Блин, не хочется пирамиду ставить, хочется для следующего века его. Блин, 10-15 ходов. Ладно, надо ставить, потому что она ускоряет строительство районов. Мне кажется, надо было Виктора назначать в этот город рядом с австралийцем. Чтобы я сейчас не пожалел. Рейну взял. Ой. Лучника обстреливать. Тут со счетом. Что у нас тут народ построил? Так, ну торговца вообще никто не построил. Священное место я получаю очки, да. Все по кампусам идут. Ну, опять же, я повторяюсь, я не считаю, что быстро строить кампуса это хорошая идея. Так, отойду, чтобы этот меня не обстрелял. Слушайте, ни одной руины не нашел. Может, они отключили руины? Я думаю, может, дальше русского снизу вынести. Он тоже компьютер.
Ну, вообще у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 городов сейчас. Это для офигительной игры, а 9 городов на 49-м ходу при этом, это очень круто. Просто супер. А, мы ж на фрактале играем, поэтому такая странная карта на самом деле. Увеличивает количество доступных торговых путей. Отличный, великий человек, великий торговец. Ученичество. Так, меня вот беспокоит, конечно, австралиец, если он решит на меня нападать, но я не вижу, чтобы он тут армию строил, даже наоборот, у него уменьшается. Француза какая-то огромная мощь, но я даже не знаю, где он. Бежал скаут откуда-то. Блин, а тут... Ну, вряд ли он... Правда, мне плохо сделает, но все равно не очень приятно. Я раненый, а этот нет. Так, лечится. Да, вот это не очень хорошо, ведь атакует меня варвар тут. Русский расселяется. С Филадельфии. Чувак. Попробую религию основать. То, что хотел поляк. Это единственный район, который он построил вообще. Шесть ферм. Кстати, я уже ферм дофига построил. Раз, два, три, четыре. Еще две фермы. Все-таки хочет меня атаковать. Он это как-то долго делает. Надо мне в Нуре военный район строить и стены. Блин, купил клетку. Ладно, я тоже куплю клетку. Один умеет, что ли, клетки покупать? Все клетки умеют покупать.
Так, куплю строителя. И буду стены. Блин, мне Виктор нужен. Но через 3 хода будет. Через 6 ходов он усядется. Тут все границы Австралии. Щиту встану. Что там следующий дает торговец? Включает эту клетку в вашу территорию. Что вообще австралийцу? Он чисто в пророке, я смотрю, да? Ой, не пророки, а ученые. Ну и пророк тоже, писатель. Да, он боится, что я на него нападу. Ну, как я и говорил, нападать на Австралию очень неприятно. Очень неприятно. Что Ереван хочет? Ереван сюзерен Австралии. Военный лагерь. Вот я военный лагерь создам. Это я с удовольствием. Откуда у нас бегают? Из Эль-Куру бегает, из Нури бегает, из Познани, из Кракова, вот из Фараса не бегает. Блин, ну он сейчас меня так догонит в итоге. Этот мечник противный. Все-таки, ну, мне кажется, он думает, что все-таки я на него буду нападать, поэтому он просто, он армию не строит. Для человека, который планирует нападать, все-таки армия должна увеличиваться. Пройти не дает, да? Ну а тут внизу Россия. А мне надо сидеть, развиваться и все. Слушай, так я, может, мне ему дружбу предложить? Где он тут? Чтобы он не боялся меня и засоюзиться и там вот прочее вот это вот. Стоим, лечимся. Святилище закончено. Центр коммерции. Что тут строить? Блин, как бы мне хотелось сейчас найти торговую ГГшку. Прикиньте, сколько у меня денег встанет. Я буду просто купаться. Потихоньку начнем с Треми исследовать. Что у нас по науке? 27. Ну, вот, смотрите, ребята построили кампуса, да? И никак от меня не отрываются по науке. Вообще ни в каком месте.
где-то в Нуре. Ну, если он хочет на меня нападать, то уже поздно, как мне кажется. Ну, дружбу заключили. Как насчет права прохода? Ладно, стоим. Сейчас он не убьет, наверное, этим ходом, хотя может. Может. Раз, два, три, четыре, пять. 5-6, да, вот тут строить промышленную. И в Мирое надо. В Мирое, кстати, я до сих пор не поставил этот. Я просто жду Золотого века, чтобы в Золотом веке начинать покупать рабочих. Висят эти все сообщения. Дает 50 веры и бесплатную копию редкого ресурса этой клетки. Отлично. Где у нас континенты? Новопангея и Му. Короче, этот у меня торговец сейчас будет как этот исследователем. Будет искать новые континенты. О, варвары. Хе-хе-хе, не убил. И не убьет, я думаю. Да, тут, конечно, такой фрактал забавный. Пускай растет. Виктор через два хода сядет, можно будет на рост поставить. О, очередной отвалился. А, или его вынесли. Его вынесли. Или это считается, если я его не встретил, или я его не встретил, поэтому... Нет, непонятно. Он будет как-то отвечать? Или я ему не послал? Или он ответил, отказался, я не пойму. А, отказался. Сорян тогда, что еще раз посылаю. Что-то там там в Петербурге ислам в Риме. А австралиец разве не взял пророка?
Нет, похоже. Ну, у меня следующим ходом пророк, судя по всему. Где тут? Или не следующим? Когда у меня пророк? Вот сейчас следующим ходом пророк. Троян мне предупреждение выносит, который фиг знает где. Ладно, надо скаутом. Надо открывать возможность плавать и скаутом плыть. Ну, в этом городе Петра не убирайте торговца. Торговца. Мирой относится, блин. Ладно, давайте здесь тогда амбар. Ледяную мельницу. Тут много пшеницы. Так что будет здорово. В Бухен. Из Бухена отправим караванчик. Подвзбухнем. Блин, у меня такое ощущение, что они вообще никто... Ну вот, Австралия построила несколько коммерческих центров. Выбираем пророка, основываем религию. Ян Крестителя на ней. Ну, нормально. Блин. Православие начинает распространяться. Все чудеса света дают плюс 4 веры. Синагога плюс 5 веры. Не, чувак. Давай нет. Ну, он, наверное, для этого должен какой-то город обратить, чтобы я к нему мог обратиться. Сказать, пообещайте не обращать мой город. Что это? Ну, типа, не нравится. То есть то, что он выкупил у меня во втором радиусе, it's okay. Я ему тоже тогда поставлю тут. Вот по чудесам пошел австралиец. Да, пора из самого Мироя отправить караванчик.
еще не бегает. Из Хеха, я думаю, не бегает. Знаменитейший нубийский иудаизм позволяет покупать храмы. Не, давайте, вообще реликвия. Реликвии утраивают получаемую веру и туризм. Довольство в городах с двумя специализированными. Вот это нормально. И. Неужели забрали? Защитник веры забрали. Тогда крестовый поход. Золотой век начнется. Я скуплю рабочих. Ой, я стремя открыл. Вот это зря. Это я немножко проспал. Не надо открывать стремя, пока у вас. Да, с другой стороны, я, конечно, их могу строить, но у меня нету карточек сейчас, и они содержание будут требовать, и вообще... Ладно, пошли арбалеты. Откроем. Вон француз где, ё-моё, как странно. Мы все расположены. Но опять же, спасибо. Фракталу. Золотой век, монументальность, естественно. Тут кого мы торговца берем. И он что дает? Одного посла. Хотя бы синюю ГГшку какую-нибудь. Две галеры. О, тут Рим.
кстати, хотят. Озарение для замков, озарение для божественного права. Уничтожить аванпост варваров, фиг знает где. Озарение для образования. А для замков какое озарение? Правительство с 6 ячейками. А для образования великого ученого получить надо. Так, давайте сменим, может, золото от караванов на бонусы от кампуса соседства. Нереально для счастья отваливается Нижний Новгород. Слушайте, давайте мы свою веру, наверное, разносить. Он со мной торгует? Да. Он странный чувак. Зона 10 жителей требуется. Тогда пока водяную мельницу и начинаем покупать. Вообще и за веру могу их покупать, но я все-таки за деньги. Потому что вера я хочу на миссионеров потратить. Вот тут и чай, и лисички. Забавно. Так, надо вообще с русским договориться о проходе. Что, иначе я тут ничего не увижу. Строю Петру там на пойме, потому что на пойме нельзя районы строить. И мне надо вот убрать эту медь отсюда. Здесь будет район. Конечно, она производство неплохо дает. Но... Ну вот так, блин. Там рассинхрон. Австралиец из игры вылетел. То есть остались француз и неизвестный игрок, по-моему, монгол. Я, честно говоря, считаю, что тут выиграно, просто потому что у меня офигительнейшее сейчас развитие. То есть давайте посмотрим по счету. 156 империй, у француза 96, у монгола 66. То есть у одного больше, чем в два раза, она меньше. То есть я с каждым ходом буду просто постоянно все круче и круче становиться. Просто такая вот быстренькая вам в случайном лобби. Так, убираем улучшение. Кстати, уборка улучшения не отнимает очков.
Да, я знаю, что можно было оставить джунгли для чеченицы, но по мне так лучше это все. Так, здесь давайте купим рабочего и построим амбар. Здесь строитель завершен. Что с кампусом? Ну вот на месте меди можно, хотя так, давайте еще строителя. Здесь мастерская завершена, кампус. Давайте еще строителя. Надо было вообще карточку на строителей поставить. Чаек, чайка выпьем. Видите, как хорошо этими великими людьми следовать, потому что на них зона контроля не действует. То есть у меня тут получается, в принципе, один соперник это австралиец, потому что ну, далековато где-то там француз находится. А, тут мне гадят варвары. Давайте пару юнитов перебросим. Блин, что я делаю? Ё-моё! Сейчас опять придется убирать. Ладно, ставим тут промышленный. Тут плюс 2, но на самом деле будет меньше, потому что уберется отсюда. Шахта. Тут плюс 1 только. Счастье для роста постоянно требуется. Ну вот и монгол. То есть вот мы втроем остались. Француз, монгол и я. Сейчас посмотрю на их развитие. Что мне тут? Наверное, водяную мельницу. Блин, русский дал проход и не дает пройти в итоге. Тварина какая. Ну, давайте смотреть. Наука. Ну, здесь типа уже компьютер за австралийца играет. Фиг с ним. Вот француз 43. А монгол вообще 23,2, то есть науки у них нету. Культура, я тоже более крут. Не знаю, какие тут у них шансы. Давайте купим миссионеров. И пойдем распространять религию, чтобы это русский не сделал. Слово еще не бегает. Ну, губернаторский титул дополнительный, это здорово. Никогда не помешает. Возьмем Пингалу. Да, назначим. Наверное, Фарас.
меняем карточки. Оставим, мы берем на вот, новые строители на 2 действия больше получают. Ой, монгол. Ну, в общем, я думаю, что я здесь победил, нету смысла дальше продолжать. Тут, ну вот, если не считать, что этих повылетали, то есть из того, что было, захват поляка, это офигительное развитие. Сколько городов у австралийца? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, причем, которые он сам строил. Я думаю, что здесь был бы единственный мне соперник, это австралиец. Остался только француз, правильно я понимаю, да. Я офигительно тут начинаю получать великих людей. Сейчас я еще кампусы достраиваю, у меня и по кампусам будет 5, в Австралии 8, у меня уже 6, то есть там еще доделываю. Я первый, кто инженера. Ну, первый, кто производственный район построил. То есть тут все очень прилично. Ну, француз зачем-то пишет, давайте еще пару ходов. Ну, давайте. Я просто, он типа написал монголу, чтобы он вернулся. Он не вернулся. Не, наверное, how many. Правильно, по-английски. How much. Матч это, если вы про цену спрашиваете. Ой, блин, тут 2 мечника уже варварских. Разломали, сволочи, а? Опять убираем улучшение. Фигней занимаюсь. Так, железо обработаю. Пойти у русского. Так, пошли тут меха. А здесь кампус где хочет поставиться? 1-1. Тут один, что тут надо вырубить. Так, надо что-то с этими, блин, варварами делать. А, я что-то отправил лучников. Тогда окей. Чудо какое-то хотел построить. Тут еще перс, я так понимаю, висит тоже, который ливнул. Ну, похоже, знаете, что было? Тут, наверное, монгол напал на соседей. Он думал, что он такой монгол, у него тут все классно получится, но парень воевать не умел. Изгадил развитие тем, кто ливнул, а сам их взять не смог. Вот, видимо, так все было. А, это кореец, кореец. Так, собираем.
Давайте юнитов каких-нибудь построим тогда, или стены хотя бы. Опять пошел этот рынок разрушать. Грыжу уже без карточек, без ничего, такой крутой. Блин, опять они тут стоят, мешают пройти. Да что ж ты будешь делать? Да ладно. Блин, твари какие утомительные. Удовольствия нету особо для роста. Отремонтируем рынок. Сейчас еще может этот караван разграбить, кстати. Так, а у меня уже отовсюду бегают караваны, да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да. Еще один из столицы давайте. 9 городов, 9 караванов. Три науки. Вот у француза сколько? Даже у него катус уже давным-давно в его лапках. 50. О чем можно говорить? Что мы тут вдвоем играть? Вот если бы австралиец не вышел, было бы еще что-то интересное. То есть он, походу, умеет в развитии. А с французом? Нет. Так что на этом я закончу. Спасибо, что смотрели. Такая вот быстрая, случайная ФФАшечка с иностранцами. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!